они работают у нас, так называемые превентивные функции, чтобы крысы и мыши не приходили или приходили в минимальном количестве. А увидеть их могут почти все посетители летом. В основном они гуляют на площади и на набережной, выходят в большой двор. Но это те, которые любят общаться с людьми, те, которые хотят жить со своим коллективом, живут в подвалах. Хорошо. Проснитесь вы. Лентяй. Панточка. Ну что, панточка. Панточка. Поедешь ко мне домой? Ну, я узнал от знакомых, что здесь есть кошки, и решил сделать такой подарок своей жене. Она хотела как раз кошку, а здесь не просто кошка, а эрмитажная кошка. Представляете, у вас дома живет эрмитажная кошка. Это же здорово. Вон и трава красная лежит. Что такое? Ну, что такое? Кушай, кушай, тихо, 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 тихо. Кушай, кушай, ладно. Ты мои хорошие. Хорошие кот. А мышки и крыски, это их, как говорится, в их в крови кошек, это остается на всю жизнь, и они ловят их. Все равно, хотя бы они и сытые были, но все равно они ловят и приносят нам. И показывают, что они заработали свой кусок хлеба. Коты в музее необходимы для того, чтобы у сотрудников были хорошие чувства. Это чувство любви, благородства. И мы показываем, что каждый должен заботиться обо всех. Ну, я вообще вот читала про эрмитажных кошек, что в Эрмитаже живет где-то 50 кошек. И что они крыс ловят, что они находятся на полном обеспечении, что Эрмитаж даже просьбу публиковал, чтобы не подбрасывали больше кошек, потому что они больше 50 не могут содержать.